Чемпионат России по рыбной ловле на донную удочку прошел в Чебоксарах. О том, как клевало, в репортаже с Чебоксарской набережной. Вот она рыба моей мечты, вот она! Вот такие эмоции мы надеялись увидеть у спортсмена, которому удалось что-то поймать. Однако Павел из Москвы был спокоен, видимо, это не рыба его мечты. Это подлещик. Ну, это маленький, ну, там 300 грамм максимум. Водоем сложный, водоем неизвестный, мы здесь вообще первый раз. Вот. Ожидалось, конечно, что рыба будет клевать поактивнее. На то, что рыба будет клевать поактивнее, надеялись все 25 команд, которые приехали в Чебоксары на чемпионат страны. Впрочем, в рыбалке главное удовольствие, отметил Дмитрий из Санкт-Петербурга. Я приехал встретиться со своими друзьями и получить удовольствие от рыбалки и от друзей. Ну, мы на Неве неплохо ловим, в принципе. Но на Волге тоже надо попробовать. И по соревнованию. К сожалению, нет. Несмотря на специфичность этого вида спорта, были на чемпионате и болельщики. Правда, они скорее не болели, а сочувствовали спортсменам. Ну, мы-то попроще. Тут вон они, видите, корм всякий туда-сюда. Это кашу сварил, и все, начинил опарыша там с червем, и все, и готово. 2-3 леща гарантии есть. Это же. Так что это, а у них не знают. Их слишком много, чтобы столько рыбы им это. Ничего здесь не ловится. Здесь рыбы нет, здесь тоже нет. Тут нигде нет рыбы. А кто это говорит? Кто-кто? Директор стадиона. Может, наша набережная и не самое клевое место, зато для соревнований идеально подходит по другим параметрам. Подобных мест, где вот можно проводить соревнования общероссийского ранга, у нас в стране не так много. То есть буквально мы их всех знаем наперечет. И здесь у вас замечательное место, очень удобно то, что это, можно сказать, в центре города. Могут всегда заинтересованные люди приходить. Вы видите, сколько здесь отдыхающих, все интересуются, спрашивают. Это, конечно, популяризация и спорта, и популяризация правильного культурного рыболовства. Как бы то ни было, пока наша съемочная группа была на берегу, дела у спортсменов не клеились. И чтобы самим не поймать леща, мы решили больше не отвлекать спортсменов. Ольга Пырышкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.